Техническое творчество с заделом на будущее. В Ивановском детдоме «Радуга» презентовали социальный проект «Полет бабочки». Идея развивать потенциал подрастающего поколения принадлежит фонду «Доброе дело» и центру «Новация». Ребятам предложили освоить компьютерную графику и работу на лазерном принтере. С помощью специальной программы они учатся создавать виртуальную модель галстука бабочки. Затем его отправляют на печать. Можно нарисовать макет дома, отправить на изготовление. Но я думаю, что ребятам будет интересно, если они придут и посмотрят, как работает лазерный станок. И мы-то хотим, чтобы ребята получили какую-то профессию. А это означает, что они сами будут изготавливать эти бабочки. Приехали гости, как полагается, не с пустыми руками. Каждому воспитаннику детского дома подарили обучающий набор. Внутри коробочки три образца бабочек из дерева. Именной бейджик, кружка и самое ценное – флешка со всеми необходимыми материалами. Там и специальная программа, графический редактор для создания компьютерных макетов будущих галстуков. Стоимость коробки этой, она где-то приблизительно около 11 тысяч рублей. Она достаточно дорогая, потому что там очень много информации. Эта информация собрана в одном месте, и ребенок, получая эту коробку, у нее практически есть возможность самостоятельно всему научиться, но мы ему поможем, поддержим и подтолкнем его техническое творчество. Идея оригинального проекта зародилась еще в прошлом году. Тогда обучение в Центре технического творчества «Новация» прошли 25 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята впервые увидели современную технику, в том числе лазерный принтер, выжигающий фигурки из фанеры. Второй этап проекта «Полет бабочки» – для детей, оставшихся без попечения родителей. У ребят уже появились первые дизайнерские идеи для модных эко-галстуков. Впереди у нас Новый год, можно сделать новогодние бабочки или также рождественские. Да, это очень интересно, попробовать себя в роли дизайнера, интересный проект, попробовать это в дальнейшем, может, это даже будет связано с судьбой чьей-то, особенно для мальчиков это полезно. Задача – не просто научить детей рисовать в графическом редакторе, а подтолкнуть их к дальнейшему творчеству, которое в будущем может стать профессией. Сделать первый шаг всегда нелегко, поэтому в игровой форме на несложных задачах ребятам объяснят, что к чему, научат основам компьютерной графики. В этом году уже «Новация» предложила нам поучаствовать в проекте «Полет бабочки» с целью как раз социализации наших детей. А потом, когда предлагаются современные технологии, это и лазерная графика, и работа с компьютером, ну, отказываться, наверное, было бы очень глупо. На обучение ребят и развитие проекта потратят почти 700 тысяч рублей, 500 000 из регионального бюджета. Оставшиеся деньги добавил фонд «Доброе дело». Уже сейчас ребята увлеченно разглядывают технологичные презенты, и уже совсем скоро сотни виртуальных бабочек обретут крылья и запорхают. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.